Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас битва гильдий, так как я спешу. Я просто решил тупо закатать их яйцами в лоб. Сейчас мы только рогатку уберем. Делал вам на нее обзорчик. Поставим сюда огника обратно. Вот такая вот у нас пачка. Сейчас просто сольемся 100%, потому что герои с водушками, я не буду их менять. Поехали, посмотрим, что у нас сегодня на битве гильдий. Красавчики, 96-92. Так, поехали. 545, 589, 560, 600, 590. Ну, сейчас посмотрим. Так, что там у нас дерево? Это он как раз атакует. Отлично, это мой вариант. Пробуем. У меня зеленый смотритель, как видите. Ничего себе, его огник дамажит. 30-й прорыв. В принципе, да. Но мои-то ребята круче. Так, ну что, первый у нас готов. А, там кто-то ожил даже еще. Ничего себе. А там Ронин у него, это он Ронином, бедолага, бегал. Я думаю, что за дела. Так, первый готов. Поехали второго. Ловить второго. Вот, кстати, тоже очень можно хорошо слиться. Сейчас, может, и сольемся. Так, смотрим. Космо. Так, минус Фрэнки у меня уже. Там Фрейка есть. У-у-у. Это шанс слива сейчас будет максимальный. Вот он и есть. Против Фрей. Это жестко все. Хотя, в принципе, думаю, могут они вдвоем затащить. Должны. Огник красава вообще. Просто красава. Ну, 30-е проживы. Так, отлично. Поехали, следующий. Так, сразу идем через Фрею. А почему через Фрею? Потому что если мы ее не сольем, она будет вдали, как вот сейчас у нас было. Есть очень большой шанс того, что нас сольют. Вообще тут очень большой шанс, я смотрю, что нас могут сейчас слить. Потому что у меня герои. Давайте даже перезайдем. Ну, я без Фреи бегаю. То есть тут надо и мою Фрею. Давайте как-то, блин, нам бы приблизиться. Фреи поближе. Вот как-то так. Вот, отлично. Теперь все будет. Ну, надо, знаете, чтобы Фрея нет, надо ледяху ставить. Я без ледяхи бегу. Поэтому мы сейчас... Смотрите, как юнитами обалденно я обезвреживаю вражеского космо. 82%. Блин, супер сборки. Мы, конечно, на Фрее зависли. Вот это печально. Все, осталось одна Фрея. Ну, я думаю, они с ней справятся уже. Такой топой. Красавчики. Так, отлично. Что там у нас дальше? 589. Не вопрос, поехали. Стартуем опять же отсюда. А тут все выбегают вместе, отлично. Мне же проще их, скажем так, слить вместе. Так, ворожея убрали, подхилы порезали. Супер. Самое главное, что нету юнитов вражеских. Вот это самое основное. Сейчас нас огник, прикиньте, сейчас огник всех ушатает, обдуржать.
Так, отлично. Этот есть. И что у нас там еще? 545, 563. Сейчас на последнем однозначно сольемся. Так, Дрейк. Дефный вариант. Этого, я думаю, мы быстренько должны ушатать. Да, так оно и есть. Он на атаке. Ничего себе. Седну слили. Вот собаки. Ты посмотри на них. Бедную седнушку. За что? Так, где у нас еще одно здание осталось? А, вон оно спрятано было. Вот так вот. Битва гильдии в лоб за 5 минут. 11 200. Хорошо, поехали на русский сервер. Мы тоже устроим трэш. Так, это у нас Сарделя. Сарделю пока не трогаем. Так, тут такой же вариант героев, то есть слиться. Тут даже прокачек нет, прорыва мы можем очень легко. 320, 400, 390, 400, 400. Окей, бьем всех по 400, потом дальше определимся. Смотрите, 18-е прорывы. Тут меня сейчас просто ушатают. То есть тут у нас шанс слива однозначный. Так, чтобы вы понимали. Ну, есть варианты, конечно, что у нас Ронин затащит, но я в этом очень сомневаюсь. Но сегодня Пасха. Думаю, можно обойтись. Так, ну, отлично. Как видите, Ронин тащит. Самое главное, чтобы Ронина сейчас не ушатали в последней попытке. Так, есть. 398, поехали, следующего ищем. Так, тут тоже опасно. Космо уже улетел. Но тут плюс то, что, как видите, герои, ну, то есть здания стоят все вместе. Ну, Ронин, вся надежда, ребят, сейчас на Ронина будет. И как-то его, блин, Махатма тащит. Жесть. Давай, Ронька. Второй есть. Дальше. Следующий топ. Так, тут тоже что-то такое намудрено. Через Фрейю побежим. Через Фрейю классно бегать, потому что на ней зависает Ронин. Вообще супер. Правда, там Огник рядом. Майк. Ну, тут слив, наверное, скорее всего. Сейчас посмотрим, как Роня. Сможет ли Роня затащить. Вся надежда на Роню. Ничего себе, Огник выдает. А, у нас же тут... Ай-яй-яй-яй, Иронька, держись. Не сливайся, пожалуйста. Все-таки, как видите. Хотя есть шанс, Огник. Пожалуйста, дотащи, красава. Так, есть. Пошли, ребят, по 398 пошатаем. Так, ну тут что-то такое. Поехали через Асуру. Через Асуру, правда, очень легко сейчас посливать Ронинами всех остальных. Ну, попробуем. Пытка, не пытка. 81%. 100. Быстренько. Быстро и четко. Вот это называется тактика в лоб. Тем более у меня герои как бы не собраны. Я иду, ребят, на удачу. Скажем так, герои с воодушевлениями. Тут противники у нас, в принципе, сегодня. Хотя у них прокачки получше, чем мы. Так, ну хоть на ком-то мы сегодня сольемся или нет? К сожалению или к счастью, нет. Есть. Вторая битва гильдии прошли. Побежали на китайку.
Тут, я думаю, будет все попроще. Тут все на раз-два. Пятьсот пятьдесят семь, 612, 400, 570. Значит, бьем двоих отсюда. Как видите, тут ничего сложного нет на битве гильдии. Это китайский сервер. Тут все красавчики в этом плане. Ну, правда, нету интереса. Хотя на битве гильдии и так уже давным-давно интереса никакого нет. Так, первый готов. Второй готов. У себя шапка в тотеме. Это серьезный пацан. Так, третий. Сейчас этого и еще одного. Вот такая вот, ребятушки, битва гильдий. В лоб раскатали. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.